springtime in ancient Greece, a carpet of greenery unrolls across the land. Trees, flowers, fruits and vegetables, the bounty of spring, blossoms under the guiding hand of Persephone, the goddess of spring. You are mine. Geddes пришел. Ah, but if Hades has his way, winter will arrive a little early this year. Приключения Геркулеса. Трина Геркулес. Трина Джейсон. They will save all of Greece from famine and starvation. Истерина Атланта. And battle an evil so great that even the gods are not safe. You have lost the game, my dear brother. You have but three pieces left. I have Persephone. There will be no more spring, no more trees, no more flowers, no more food. Without spring, all of Greece will perish. My power in the underworld will grow supreme as I rule. Всем привет, это Вичеланд, и я решил повторно поиграть в игру под названием «Приключения Геркулеса», «Похождение Геркулеса», «Геркс гуляет», я не знаю, как еще сказать, на PlayStation 1 игра. Я ее играл, но кусочками и очень давно, лет 5 назад, наверное. Решил вспомнить, и уже не кусочками будет игра, ну, прохождение, надеюсь, а кусочком побольше. Играть я буду, конечно же, один. И, конечно же, буду этим качком играть. Пацаном будет сложнее. У него просто тупо меньше силы. И, по-моему, и здоровья, наверное. Это, наверное, самый хардкор играть за пацана. За девушку играть это уже... Вот за нее играть это уже... Это какой-то необычный геймплей, я бы сказал. Но я вот за Герка самого буду. Ведь похождение Геркулеса. И не надо тыкать пальцем. Какие отца-то его зовут. Зевс его. Зевс на нас пальцем тычет. Типа было все хорошо. И Аид, или он тут Гадес, без разницы, типа похитил девчонку, которая отвечала за землю, ну, за природу, как я понял, как я помню. А типа он ее украл, и не стало травы, еды, и все, разруха, короче. И Зевс посылает одного из трех разобраться. Ну вот посылает нас, Герка. Это что, волосня была под мышкой? Что это? А, это у него на спине шкура льва, точно. Я вспомнил. Еще я тут минут 20 сидел, настраивал звук, чтобы игра была... Чтобы и меня было хорошо слышно. И игру было хорошо слышно. Очень. Ура, мы спасены, дед говорит. Ну, не знаю. Ага, ну куда прыжок? Не волнуйтесь, я Геркулес! Не волнуйтесь, Геркулес я. Естественно, играю я на русском, потому что русская озвучка, вот эта вот, она еще комичности дает, и игра более цветастая такая. Она, игра явно не про серьезные щи, поэтому это подходит сюда идеально. Ой, я еще вспоминаю, отстань.
Пей! Эти чё, плюшевые игрушки, что ли? А? Одноглаз. А, бегать на пилоне, кидать. Да, вычер. Оставь женщину! Пей! Ржёт он еще. Ну я сейчас возьму эти копья. Как кидать-то? Я не помню. Я не помню ничего. А, на L1. Потерять столько хп сразу. Но Геркулес у нас мощный. У нас сам циклоп фигачил об землю. И это. И у нас немножко жизни ушло всего лишь. Ну, карта тут огроменная. Целое приключение, целое похождение Геркулеса, можно сказать. Да. Не знаю, я прям вижу, что игра так орёт. Немножко уменьшу, вот чуть-чуть. Сделаю где-нибудь вот так, чтобы она уж прям не орала. Ага, ну это я же научился. Силы восстанавливаются потихоньку. Итак, а это у нас на спине. Я сначала думал, это рюкзак. Но в те времена не было рюкзака, а это типа шкура льва. Шкура льва. Это голова такая. Мы лицо льва видим. Ладно. Ах ты, этот циклоп. Не достанешь ты меня своей дурацкой. Все одной кнопкой. И брать. Ну ты заплатишь за это. Тут же куда еще можно. Будем мучить его удобненько. Она его, наверное, дамажит, да, я слышу. Чем дольше это держишь, тем она быстрее и дальше летит. Ну, такой тактикой я ни разу не пользовался. Живу. Ты меня не захватишь. Получи под 40 лет. Да как я сбоку стоял? Как это возможно? Я тебе бей сейчас, да. Есть. Тупо заспамил. Вот это приключение Геркулеса. Захвати ястреба и используй R1. Ну, это чтобы его выпустить. Никому не волноваться. Тебе нужен ключ, чтобы выйти. Ничего страшного. Ладно. Не знаю, терять орла? Ну, давай. Ой. Ага. Орел, давай это, цель. Молодец. Какое-то время он меня еще будет охранять, но ненадолго. Так, да, я помню, что плавать очень опасно. Так, нам надо на катапульту. Отлично, вот и ключ. Что у нас тут под камнями монет? И почти на начало локации вернулись. Вся игра просто упитана всякими секретными ходами, всякими... Сколько раз я проходил игру? Ну, 4 раза точно. Я уверен, есть места, в которых я не ходил. Просто там можно заблудиться, можно знать, куда прийти. Не волнуйтесь, у меня есть ключи. А, типа нас учат... Как менять предметы? Ну, пока аптечку я не буду тратить. Так, а вот это что надо, я не помню. Чтобы получить сердце. Ведь я упаду сейчас и все, не вернусь. Как сердце получить? Нет мишени, ничего. Не, вот это я не знаю. Вот это, честно, я не знаю, как получить сердечко. Нет тут ничего. Ладно, пойдем.
без сердечка обойдемся. И загрузка новой локации. Мозг тут точно смешной. Сейчас, по-моему, наш папаша придет. Где он? Good work so far. But you still have a long way to go. Короче, ты молодец. На пути у тебя будут всякие опасности. Иди к Гере, Афине и Дионисусу, они тебе помогут. In fact, there's a couple of hundred of them just up ahead. So good luck. I mean, good luck. И удачи тебе, удачи. Это все, что я понял. Ну, там от себя этим, конечно, не сказал. Ну, в принципе, где-то все так. Тут нет пираний опасных. Я никогда здесь не проверял земли. Тут ничего нет. А вот здесь нет. Как они тут трек записывали, мне интересно. Сзади болтается башка льва. О, монетка. А это что такое? А, я думал, потайной ход какой-нибудь размечтался. А ведь в игре их полно. Вот, например, можно было просто дальше пройти. А, например, здесь вот есть это вот. Я... Ой. Не, погоди, это раз... Оно? Не, погоди, это не то. Вот где секретка. Я думал, там секретка. Вот, гранаты и... Я лучший! Без сомнения. И аптечка. А я-то думал, уже нашел. А нет. Так. Получите, дурацкие скелеты. Целая орда нам встречает скелет. Целая орда. Ай-яй. У меня рука устала. Ай, все. Не уменьшается количество. Эх. Просто кишмя кишми. Не. Дофига. Их можно долго бить, потом и... Ой, блин, не то. Не то нажимаю еще. Ладно, поможешь, если что. Сам злодей игры вылез. У тебя нету шансов, агент Смит, он сказал. Armies of the dead at my disposal. They shall defeat you, and then you shall serve me in the land of the dead. Короче, ждет он нас в своем Андомире и как он Underworld, короче, в этом подземном царстве. Но мы не придем туда, мы не погибнем. Ты че? А, ворона у них голову отрывает, никогда такого не видел. Клево. Я не без... Что это сейчас было? Фига, ворона у них голову отрывала. О, и хорошо, что я не потратил аптечку. Потому что мы вылечились, вот. И у нас на 10 больше здоровья стало. Загрузка локации. Тут, по-моему, ничего нет, да. Это если нас убьют, мы, наверное, здесь начнем. Может, нет. Зачем это сделано, не знаю, вот этот выступ. Так, тут еще опасности нас все ждут. Куда ты кинул? Кинуться на нас хочет. Я тебе кинусь. Дарья, таки. Бери свою, чешется. Так, уходим. Тут все равно ничего нет вообще. Отпусти. Отпусти. Попался.
А, нам наверх. Тут целый легион этих скелетов чесоточных. Дай пройти. Но чувак у нас силач. Использую карту, да. Можно по карте ориентироваться, но мы и будем, пока без карты можно обходиться. Тут один путь, другого-то и нет. Чувак с мышами живет. Пошел отсюда. А у них щит есть, я тоже хочу щит. Скелеты прыгают. Ты чё? А! Оставь мой гребень в покое. А нет! Я хотел монетку взять, что упал. Тут кикиморы, по-моему, да. Тварь! Пошел. Да куда ты кидаешь? Беги! Нет, их... Во-первых, их убьешь, тебе ничего не дадут. Ни опыта, ничего за них же нет. Это же не РПГ, поэтому можно тупо идти дальше. Не обращать на них внимания. Тут, по-моему, кикимор сидит. Да. Не знаю, почему я их так называю, но они похожи на кикиморы. И как мне вот эти штуки бесят. Что вот это такое, я не знаю. Наверное, у них есть какое-то название. Нечто в дупле, я не знаю, как они еще называются. Они такие противные. Так, кикиморы. Тут все противные, похоже. Да блин. Дарила. Цертайн Дэд. Какая-то смерть. Иди обратно. Обратно пути нет, и сил у нас пока нет. Тут, по-моему, сады винограда находятся. Дионисуса, по-моему. Да, Дионисуса. Да, нам рано. Здесь, по-моему, комары какие-то имеются. Опасность, иди обратно. Так, вот это вот бегнем сразу ночью. И прям мне в задницу прилетело. Вот это точный выстрел. Так, Велес, в Афины. Ау. Так нет. Три. Перебор. Да хватит меня дамажить. Be very big. Большой хряк, типа, тут написано. Я смог бы съесть целого хряка. Я всю жизнь... Ну, все, что я игру проходил, когда я мочил хряка, я получал его голову. Но я не знал, куда эту голову девать, и я до конца игры всегда с этой головой ходил. Оказывается, голову надо вот этому чуваку принести. Я не знал никогда, что голову надо этому чуваку принести. У этой тетки можно купить лягушки, но они мне вообще нафиг не нужны. В этот раз не забыть бы голову хряка принести сюда. Хряк. Спокойно, я охочусь на хряка. Так, крюки, нет, мелкие крюки меня дамажат. Пойдем за ним. А! Черт! Да, вот. Ау! Блин, я мог полечиться здесь. Так, где? Где? Полечимся потом. Где этот хрен? Чё, грязь вот эта вот замедляет? А, вот. Он не прям сложный, если... Да блин, вот эти ещё мелкие пари. Плюшки. Стреляет он только по вот, слева направо или справа налево. По-моему, вверх он стреляет.
вроде как. Внимательно. Такой нет. А! Отдай. Чёрт. Ну ты не получишь. Я блин, эти свиньи ноги. Где он? Переваривает. Нет, он не переваривает. Так, не буду дротики покупать. На тебе, парю. А! Ты что такое? Не, пойдем за аптечку. Она была. Есть. У нас еще и на 10 хп больше стало. Это отлично. Вау. Вылез называется. Сейчас он прибежит. Он близко. Я тебя кушу. Диагонали будем мочить. Он так не умеет. Я кусну. Забьем так. Крюшка мелкая. И этот хряк. Уничтожу. Все тут поломал. Значит, такой недовольный квадрат на лице. Ну давай, стреляй. Почти. Есть. Ключ. У нас есть ключ к Гере. Это отлично. Теперь мы к Гере попадем. А мне вот интересно, что он дает за эту голову? Никогда не это. Не обменивал голову. Вот. Всю жизнь с собой таскал. Блин. Так, как теперь его найти надо? Где он там? Чё ты мне дашь? А, сердце. Спасибо. Братские мухи. Ничего, ну ладно, пойдем. Теперь с чистой совестью можно пойти к Гере. Так, только еще дорогу к ней надо найти. Она должна быть где-то здесь. Дорога. И сама Гере. Гере. Ничего, аптечка, хорошо. Аптечки нам нужны. У игры, кстати, нет выбора сложности, она одинаковая. Постоянно. Первый раз, когда в эту игру играл на PlayStation, у меня вообще музыки никакой не было. Я играл тут без музыки. Поэтому немножко мне непривычно с музыкой играть. А, сейчас будут ястребы. Ястребы. Надо будет быстро сейчас бежать. Пригодится. Пойти нам вот сюда. Куда-то сюда. Пока этих придурков не видно. Блин, я в тупик пришел. А куда надо тогда? О, все, появились.
пошла нафиг. Так не упасть бы, а то придется опять по новой тут идти. Пошли нафиг, дурацкие птицы. У, я устал. Но ничего, сейчас восстановлюсь. Рыба хорошо клевала сегодня. Да уж, ее там до хрена. Он хочет нам сказать, что рыбы много. И она нас... И это не просто рыба, это пиранья. Она нас сожрет быстро. Мы где-то рядом с садами шарахаемся. За садами. Закидаем ее. Все равно пока сюда не ходит. Он сюда докинуть не может камень, поэтому легко мы этим ударом его добьем сейчас. Конечно, удобно, когда ты знаешь, что как делать. А первый раз, когда проходил, это вообще, конечно. Вообще не знал, как пройти замки вот эти вот. Ученый какой-то бегал. Чего сейчас добьем? И без потери жизни. Это самое главное. На, по троечке. О, что-то выполнили. О, еще сердце. У нас уже 90. Отлично. Великолепно. По-моему, проход где-то есть или нет. Еще один циклоп ходит. Пошел, на. Нет, проход не здесь, значит. Так, нам нужен код. Какой-нибудь стандартный. 3-3-2-3. О! Да ладно, он не меняется никогда. Не знаю, почему я его запомнил. Легкий, наверное. Из-за этого. Такая хава. И что у нас там, монетка появилась вот здесь вот? Тут же было... Да. Вот здесь вот будет сейчас сложно. Тут можно все хп потерять. И дрени фени. Но кто не рискует, тот... Опа. Это было еще неплохо. Циклоп дерьмо. Вот здесь проход должен быть. Замораживаюсь, херня. А чего циклоп там? Или к нему даже попасть нельзя? Нет, к нему попасть даже нельзя. Ладно. Он просто для декорации стоит. Так это мы не поднимем. Я покажу тебе выход всего за 2 золотые. Блин, а ведь придется платить. А если бы у нас не было бы денег? А что бы мы делали? Ну да ладно. Нет, придется активничать. Отпусти. Мочим его, пока он без сознания. Бегай. Бей. Тактика огонь. Лучшая тактика. Тут бы вот можно было бы уменьшать громкость. Ой. Выход из игры не нажал. О, у нас и перчики есть, и все. Чего у нас только нет? Чего? Не ожидай много помощи от Гьеры. Почему ты там стоишь, если дорога к ней вот это? Что, дорога вниз есть, но я не знаю, куда она. На озеро какое-то ведет. Но там куча пираний, я туда не хочу. Там одни пираньи.
пиранишки. Так, здесь сердечко можно получить. Добро пожаловать в Элис. Unfortunately, it is also where my wife Hera has her temple. I'm sure Hera will give you some heroic task to prove your worth. Complete it, and she will help you get to Hades. Короче, помоги ей, она поможет нам. Ну, как мне кажется. То, что он сказал. Я могу ошибаться, конечно. Могу ошибаться. Что-то взял. Так, за две... Да не, пока нам хватает... Так, вот здесь вот надо будет подкачаться. Да, проверь мои мышцы. Надо подкачаться как следует. Вот. Достаточно тут разок подкачаться, и все, и на всю игру хватит. Спасибо, проваливай. Я не помню, 150 надо, чтобы поднимать большие? Вообще не помню. Это самое дешевое место, где можно прокачать свои мышцы. Других там уже будет дороже. Сейчас до 5, до 250 докачаю, мне на всю игру хватит. Да. Сможешь ли ты поднять корову? А, может, до этого не могли, а теперь можно. Пошли нафиг, слабаки, я качок. Так, тут можно сохраниться за одну золотую. Тут, наверное, тоже сохранение самое дешевое стоит. Барахло взял какое-то. Еще что-то нажал. Ладно, пойдем к Гере. Монетка. Музыка, конечно, прикольная. Она разная. Так, граната достанет до этой цели. Эй, я ж достал. Странно. А сначала не нажалась. И чё, где нам дали, я тоже не знаю. Посетители Геры должны стоять на коврике. Welcome. Ты хочешь сохранить мир? Well, if you want my help, you're gonna have to do some work first. No slacking off like that lazy Zeus. Если хочешь моей помощи, ты должен сначала поработать. Принеси мне корову, и тогда я тебе помогу. Это я супер коротко сказал. Главный охранник стада Геры я. Бей меня. Короче, она съела всех коров, они это притворяются, что у них еще есть корова, но вот таким воздушным. А зачем мне покупать воздушные коровы? Ой. Back so soon with my cow. Ты вернулся, а где моя корова? Если ты хочешь, чтобы я тебе помогла, принеси мне корову, быстро. Ого. Ну ладно, пойдем за коровой, чё. Get pumped up. Подкачай свою мышцу. Шцы. С этими их тут просто дохерище сейчас будет. Их тут просто дохерище будет сейчас. Да хватит тыкать меня. Капец, он мне хп отнимает. Да, это жопа. Дядя.
пошел нафиг. Их тут будет много. Взять их. Одним человеком управляет. Командует. Так. Пока к лодке, вот под надписью «Спарта» есть гора, а под горой лодка. Туда мы пока не попадем. У нас нет типа разрешения или ключа. В «Спарте» находится корова. Тут даже вон рисунок коровы. И нам нужна эта корова. Сам с собой разговариваешь, что ли? Тут тоже непонятная ситуация. С ключами сейчас начнется. А, можно еще подкачаться вот здесь, нам 5 дали. А, нет, дадут позже. Эти подкача. Разбрасываем их. Бомбы-то и золотые. Нет, спасибо. Бомба вон, которая у меня уже есть рядом с аптечкой. О, вот это мне и нужен. Ломает вот все, крущи. Крущи ломай. А где подкач, я не понял. А, вот. Я зайду. Иди, прогуляйся. А где этот качок-то? А, он там внизу. О, аптечка. Клёво. Почему-то она появилась, когда уничтожил чувака. А, тут можно копья поменять на аптечку. Давай, мне не нужны эти копья. Где говядина? Где говядина? Я веду расследование. Он не знает, где говядина. О, 100, короче, 100 копий. И аптечку дают. Так, ну вот здесь есть ключ. Но я его потратил, чтобы сюда. А как мне сюда-то зайти? Этого я не понимаю. Тут больше ключей нет. Может еще раз подняться? Уйди ты. Музыка, конечно, такая интересная. Пойдем еще раз поднимемся. Ай. Могут и убить скоро. Так. Так, у тебя все, ты мне больше не дашь, но нет. Вы мне дверь откройте, пожалуйста, господа. Сейчас меня убьют нафиг. Да блин, что это за каша? Он кинул его. Дверь-то откройте. Ай, сам этого выкинул. Дурдом какой-то. Блин, они мне дверь не открывают, что делать-то? Что же делать? Это вот место все время в нем застревает. Потому что тут на удачу, блин, только игры. Там ты тут уже ничего не можешь сделать. Либо он дверь сам откроет, либо самому как-то хитрить. Перепрыгнуть нельзя. Ай. Вот, надо открыть.
плевухи дают. Как же открыть-то? Я уж что-то забыл даже немного, как я делал. Блин, эти еще придурки мешаются. Откройте мне вот эту дверь, пожалуйста. Да хватит меня плевухи раздавать. Так, ладно, ерунда какая-то. Придется что-то придумывать. Надо область перезагрузить. Для этого надо уйти и прийти, по-моему. А что у нас тут внизу? Это мы в самом низу, да? Ну, почти в самом низу. Блин, неудачная попытка. Так, когда загрузка-то будет? Вот здесь будет, да? Где загрузка-то? Вот она, загрузка. Блин, опять это дурацкое место проходить. Вот есть в играх места. Это одно из них. Точно попал по нам. Что же мне там делать-то, а? Может, ключ где-нибудь тут есть? Да нет. Ключа тут пока нету. О! А дверь-то открыта. А ключ-то здесь. Понятно, как это работает. Короче, можно ключи спамить. Не ты собираешь, ключи появляются вновь и вновь, а у тебя ключи остаются, то есть. Дуй-дуй, пройти. Ну, игра, ну ты полна сюрпризов. Но прокачки тут больше не будет, по-моему, на 5. А, есть. 60. На 10 бесплатно прибавил. И птицы есть. Может, и аптечка еще там будет? Может, мы потеряли одну аптечку? О, красота. И аптечка есть. Круто. Пойдем, откроем ту дверь. Пойдем. Где говядина-то? Так, чувак, пойдем. Пойдемте. Пойдемте за мной. Я вам покажу. Удивительный. А, вас трое уже. Все сюда. Заходим, не стесняемся. Заходим сюда. Сюда, 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 сюда. Заходи. Дверки не ломайте. Ключик. Сейчас они тут начнут все дубасить, ломать. Да не меня, дубина. Так, корова тут у нас. А проход нам не открыли. Будем ждать, открыли. Блин! Гера съела всю стадо, а я ключ просрал только что. Блин, ключи. Давайте тут все. Так, монетку можно взять. Тут еще ключ можно взять. Вот здесь надо открыть, чтобы мы могли уйти. Давай, ломай. Красавец. Выйти отсюда. Все.
надо, чтобы они оттуда убрались. Пойдем. Корова у нас. Вот и пройти. Ох, какая тяжелая корова. Она такая офигевшая, у нее еще глаза так обведены красным. Как будто она зомби какой-то. Так, не помню, куда кидать ее. Ну, пойдем, коровка. Извини, но тебя хотят съесть. Корова-вампир. Не бейте меня, корову несу. Для богини, между прочим, вашей. Придурки. Ладно, еще это были какие-нибудь монстры. Ну ладно, еще он дикий хоряк. Но эти-то что на меня налетают? Вообще непонятно. Он ржет с нас, что мы корову тащим. Ну да, несу корову. Скоро и до тебя доберусь. Ями. Музыка. Ями. Вкусно. То есть музыка делалась под это вот то, что мы корову несем, и она ее съест. Ой, принес корову. Ну я да, обещал помочь, короче. Кофейни, иди с этим ключом, хорошо. Она не будет вызываться. Так, кофейни. Ями. Нужно опять пособирать монетки. Прикольно то, что появляется вновь. То есть ты можешь набирать. Такого. Пошел ты. Так. Ну вот, в принципе, здесь пока и все. Пойдем туда. 10 аптечек, это хорошо. И подкачались как надо. Теперь ничто не остановит нас. О, и хорошо, что я не лечился, потому что было. Так, теперь немножко нам назад надо вернуться. Нужно немножко вернуться назад, чтобы пройти немного вперед. Намного вперед. Я бы даже так сказал. Так, нам. Нам через это все дерьмо. Пей! Мочи его. Да, блин, я думал, ты... Ага, все. Но этого не обязательно мочить. Пройдем. Легко и без этого. Можно сюда пройти, но там такая жопа. Я не знаю, что там. Нам туда и не надо. А циклоп все еще дерьмо. Так. Вот здесь будет дурацкая рыба. Они спамятся. Они постоянно появляются. Главное на прорыв ехать. Молодец. Но если ты застрял, иногда получается, что... Ты не плывешь вперед, все, каюк. Тебя убьют нафиг. И это будет задница. Это дурацкие птицы. Ай, кто камни тут поставил?
специально камни поставили, чтобы ты задерживался. Чтобы тебе могла задеть эта коварная птица. И большие камни нам уже не проблема. Не помеха. Комарьё, блин. Ещё малярии запалить в них попало. Так, эти снова появились. Они их мочили, не мочили. Но вот сердечки снова не появляются. Вот это да, плохо. Пробы накачали сейчас. Кусты все восстановились. Вот здесь было сердечко, да. И его уже нет. Тут пройти-то. Так. Лабиринты, блин, эти дурацкие. Крутой дротик и одна золотая. Не хочу. Завалили мы вашу уже эту борг. Так. И вот сюда. Отстой! Да дурацкая. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Подыхай. Так. Ничто не остановит могущественного, известного Геракла. Ну да, он типа Геркулес, Геракл. Какая хрен разница. Не бей меня. А этот большой хряк съел Ругуса. А у Ругуса был ключ. Но мы убили хряк и забрали его. Типа, сначала мы должны были прийти сюда. Нам говорят, что ключ был у Ругуса, а Ругуса съел хряк. И потом мы пошли бы уже к хряку. Ну, на автоматизме мы сделали так уж. Сократили путь. Зачем идти длиннее, если можно короче? Еще нарисовали деда так. Так, а ключей, обычных ключей у нас нету. Плохо. Еще нарисовали так. Сидит дед, уже 90 лет, ничего не происходит. Думает, так и помру, ничего не сделал. Такой, хопа, радостный. Кто-то появился, чтобы его катапультировать. Ой. Это да. Ай, какая музыка. Стой в стороне от моей еды, я ее забрал уже. Пошел ты, солдатофон. А налево или направо? Направо. Что я вот сейчас взял? Без понятия. Что-то взял, а что взял? Так. Ой, можно и так. Так. Только что тут мы были. Нет, мы тут не были. А потом мы бы завалили хряка, добрались бы до сюда. И только тут нам говорит мужик, что этот камень мы могли бы поднять. Но сначала мы не могли ткань поднять. Этот чувак говорит, что надо идти к Гере, вот в Элис. И только там мы прокачались бы опять. Но опять же я сократил путь. Круто очень. И мы сразу прошли. И можно пойти здесь разбираться с этими дурацкими дурацкими деревьями. Но просто берем и сокращаем вот так. Я куда-то не туда пошел.
Нам надо не сюда. Так, пути, мешаешься. Нам надо вот сюда. Так, рыбки. Я вас не люблю, но нате, ешьте. Ту молнию все равно взять нельзя. Лампанская мать. А, не пропали. Да уйди своими трусами в сердечко. Флюп-флюп. Земля для хряков. Вся в грязи. В луже грязевых. А в каких тапочках у него вон пальцы торчат. Любая заноза прямо в ногу. Да куда в него кидай? А это еще больше урон наносит. Так, туда к Посейдону нам не надо. Ничего у нас нету. Плохо. Погоди, к Афине. Афина, да, нам к Афине. А как там пройти? Бегай! Убегай! Убегай! Да ты задрал меня! Бей! Бей! Я тебя уж добью, я тебя добью. Отлично. Добро пожаловать в Афины. Хорошо. А я у вас тут гостеприимно. Так, нам вниз. Ищи отсюда. Опять грязище это, зачем ее столько понаставили? Музыка. Эх, а раньше я ведь не слышал этой музыки всякой. Чудеса. Здесь что-то есть, по-моему. Да, чудо-чемоданчик. Я покажу камни. А, лягушек. Дай упал. Так, ну ключик нам пригодится. О боже, свинья. Понятно, для чего тогда эта почта. Она клоунов вызвала? О черт. О черт. Только не бейте меня. Это женщина, блин. Судьба. Где она ходит? Бомбы не нужны мне. О, призубец, он посильнее обычного копья. Опять клоуны? Вот, женщина, хватит вызывать свои клоуны. Капец ты наколдовал их тут. И тот герой, который все это исправит. Ха. Нет. Она хочет нас проверить. Bring me back the head of the Medusa. If you don't get turned to stone, I'll give you one of those Медуза. Она хочет отправить, хочет, чтобы мы отправились на остров, где нет людей, за головой медузы. Упс. Серьезно? А не рано? Я думаю, сверчки? Нужны мне какие-то сверчки. А мы сюда не пройдем еще. Блин, какие нахрен свечки, сумасшедшие. The Amazons have weapons that could help you save Persephone, but do not expect their help. Тебе типа помогут амазонки, но не думаю, что они тебе помогут. Да, сейчас нам, по-моему, надо к амазонкам, как я помню. Потому что к медузе нам рано.
Посейдон, Урана. И... Так, ну аптечка у нас нормальная. Пойдем сюда. Я раньше думал, о чем он говорит? Он говорит, греби побольше. Или гребите собаки. Что он говорит? Вообще, он так говорит невнятно, то ли побольше, то ли собаки. Но я тебе помогу. Давайте. Гребите, мужики. Быстрее приедем, быстрее. Обед. Есть. Приехали. Ваша станция. Так. И мы уже на другом берегу. Вернуться обратно нельзя. А тут нас поджидает куча опасностей всякой. А что я активировал? Без понятия. Так, ладно. А, вот монетка. Эти женщины еще сильнее. Так просто не это. Не завалишь. И попали мы в тюрьму. Добро пожаловать в тюрьму. Типа выхода отсюда нет. Отсюда не сбежать. Ого, музыка. Но у меня есть силы. Тупые амазонки. Так просто не сдамся. Так, а вот куда тут точно идти, я не помню. Или сюда? Не помню, куда тут дальше. Ну, сюда нам точно надо идти. Вот сюда. Их легче вот так укинуть, чем... А, у нас нет ключа. А, да, нам, значит, туда обязательно. Ясно. Ну, хотя бы понятно, что нам точно туда. Уж все забыл, вообще не помню ничего. Ай-на-ней-на-ней-на-ней-на-ней. О боже, сколько грязи. Это испытание Геркулеса на нервозность. Пройтись по этой слякоти. Километровую вечность. Why don't you just give up? I have plenty of room for you down below. Почему-то он типа сказал, почему ты думаешь, что просто так можешь взять? Или что? Perhaps I can help you. The key is behind the tree to the right of me. Ой, помогу я тебе. Смотри, как я двигаюсь, а? Да, смотри, как я двигаюсь. У вас очень много монет. Отсюда не сбежать. Да ладно. Вот он нам помог. Но ключ вот спрятан здесь. Коварные игры эти. Разработчик. Во. Это... Этот гадос, блин, аид. Понаделал дел. Это выберемся отсюда. Нас это не сдержит. У нас не только много сил, но у нас и много и ума. О боже, через эти грязевые тоннели, лабиринты смерти. Ожидание. Извините, барышня. Ва. Так, катапульт какая-то. Я даже не знаю, куда она, зачем она. Она сейчас скинет меня куда-нибудь, и я это, в ненужное место. Боюсь на него идти. Ну, надо проверить.
Не бей меня. Я ключ купил? А за сколько я купил? 4 золотые. Нет, ключ у меня был. Не, погоди, а дальше что там? Да, я сохранился на всякий случай. Не, давай сейчас посмотрим. То есть, тут ключ. Потом у нее можно за 4 ключа. А, и самое начало. Понятно. Не, ну ключ у нас есть. Нам не обязательно возвращаться. Ну, туда. Да. Тем более, за 4 золотых. А что? Мачок. Какая-то область, в которую упадешь, и все. А, не ожидала, что я обойду, да? Не будь таким козлом, говорит. И вот мы пробрались к амазонкам. В базу. Так, Д. Ключа Д у нас нет. Это что, Mortal Kombat, что ли? Да-да-да-да. Будет опасность чувствовать. Ой, женщина, отстань. Ой. Обними меня, не надо. У нее щиты на сосках. Мужик, я вас освобождаю, бегите. А что туда надо? Мужики, бегите. Аж? А зачем аж? У меня есть аж. Да прыгай ты. Да это по... я пошел. Выход? А нам надо сюда раз? Мне кажется, мне сюда еще не надо. Блин, сейчас заблужусь тут. Ой, женщина. Ой, женщина. Ой, кости мои. Фу, они все потом превратятся в таких женщин. Колонна меня защитит. Зачем я сюда пришел? Ой-ой, сколько женщин. Очень много женщин. Женщинофобия начнется сейчас. Да, тут какой-то тупик. Ау. Нам сюда не надо было вообще. Или надо было, но потом, потому что я еще не обследовал там. Твои кубики. Женщина, блин. Так, нет, не сюда. Вот дела, блин, а. Так, вот здесь надо будет. Там какой-то выход, тут какой-то выход. Заблудился немножко, я не помню, куда надо. И что мы вообще тут взяли? Ничего, по сути. Я Марсия. Что? Чё я купил? Я не хотел ничего покупать. Круто. Круто. Нет, не круто. Куда я иду в итоге, я не пойму. Зачем? Ничего не помню уже. Так. А по-моему нам... Ну ладно, пойдем вон на тот выход. Скорее всего, может, нам туда и надо. Да прыгай ты, чувачок. Если тут прыгать ровно, то ты не попадешь на шипы. Но прыгать он не хочет. Прыгай. О, нет! Она зажала меня.
Дай пройти, женщина, пожалуйста. Фух. Объятия. Мои кости. Куда идем? Вообще не помню. За один золотой я тебе помогу. Да вы обалдели, у меня денег что, много что? Куда я иду вообще? Я не помню, что нам сюда надо. Короче, на. Он нам вот эти штучки выдал. Чтобы нас не кушали. А нам точно сюда надо? Я вообще не помню этого. Может, нам сюда надо? Такое ощущение, что я что-то неправильно делаю. You're wasting your time. All these trinkets you're collecting will do you no good. When you visit the land of the dead, you leave all your personal possessions behind. Что он хочет нашу тушку, его коллекцию в этом? Эй, а мой дом где? Не бей меня. Хотя куда я иду вообще? Это... Ощущение, что нам надо было вниз, а не сюда. Мы в итоге-то придем куда? Я не знаю. Сюда, ну, по-моему, вообще потом надо. Не сейчас. Ладно, раз пошли сюда, пойдем сюда. Золотой дротик. Что я вообще по-другому делаю? Никогда так не играл. Сейчас сыграем. И в итоге приплывем мы хрен знает куда. Мужики, они такие худые, вообще ничего не ели походу. Бедняги. Ловушки есть. Чудо ящик, две ворон. В итоге у нас есть... А может, нам надо было к Посейдону вообще идти? Я тупанул. Может быть. У этого мужика задница нет. А у них у всех нет. Или у них спина такая. Ой, куда я пришел? Явно сюда рано. Сюда явно рано. Во-первых, тут нужен ключ. Сейчас разрешение, короче, какое-то особое нужно. Попасть. Я покажу камни, женщины. А, это. Да, рано сюда пришли. Вообще рано. Хотя бы понял, куда чё. Разобрался, вспомнил. Все нас обижают, бедный Геркулес. Он один. А музыка веселая, как будто все хорошо. Этот свет, подумаешь. Гадость тут будет всем заправлять. В итоге мы пришли. Вот этого ящика уже нет, потому что это оружие сильное. Так, чтобы отсюда уйти, надо... Да, нам, наверное, к Посейдону надо. Потому что, чтобы пробраться к Медузе... Нам нужен ключ Посейдона. Блин, этот еще перекрыл. Бей, бей! Мочи его. Отлично. Ну, а там, блин, у него тоже эти мужики сильные. Там будет тоже сложновато. Но если ключик подойдет. Ну хорошо.
Минос уничтожил нашу башню. Пошли отсюда. Над ними минотавры дурацкие. Или как это? Минуасы. Да, аж нам сюда. Поздравляю, мы нашли путь. Пошли отсюда. Спасибо за монетку. Опять грустный мужик. А, спасибо. И заниматься я еще по башке получу. Плавать опасно, я знаю. Ой, вот это вот, вот вообще опасно. Вот здесь вот вообще опасно. Тут надо точно прям на бочку попадать, иначе бехана. Да прыгай ты. Прыгни ты на бочку, инвалид. О боже. Ладно, быстрее. Плыви уже быстрее. Он вообще на бочку падать не хочет. О боже, что творится. Дубастик долго надо. Так, самое главное то, что... сюда. Этого легко завалили. Посейдон, твои охранники дерьмо. Или они напали на него? I hope you didn't come looking for a boat. I'm king of the sea, not king of the boats. Он король морей, король чего-то там. Well, I've got enough problems right now with these crazy minotaurs. Но сейчас у него проблема чокнутый минотавр. I want to get even with these guys. Go on over to their island, march all over them, and bring me the head of this minotaur of theirs. И добудь мне башку минотавра. Then I'll see about helping you save the world. Я помогу тебе сохранить мир. Это короткая версия, то, что он говорит. Не так-то просто минотавров мочить. Да ладно, сейчас мы вот тут. Рыба очень быстрая, она сейчас под самый низ карты утащит. И мы уже вон где, то есть мы про вот так проплыли. От звездочки, где Посейдон, и вон. Очень быстро. Быстрее кораблей. Минотавр убьет нас всех. А, это может прислужники. Прислужники Минотавра были, которые там у Посейдона все ломали. Дурацкий. Ну, давай разберемся с этим Минотавром. Я готов. Мы бесстрашный, мощный Геркулес. Никто нас не испугает, не остановит. О, аптечка. И у нас еще есть аптечка. Чё, блин? Иди сюда. Опасно. О, я еще взял. Нифига себе. Ого, еще взял. Такого никогда не было. Он одурел. Ау. А почему я по несколько раз могу брать? А раньше такое было? Ау, да не бери ты несколько раз.
какой жадный. Вау. Тихо. Куда он убежал? Где он? Ага, здесь он штыками своими. Но если мы вот под эти штыки полезем, он появится. Смотри. Сейчас сюда пойдем, он сейчас свои штыки. Я же сказал. Значит, он там. Ау. Где он? Куда ушел? Шары вызвал. Ау. Это ж шарик катается у меня. А теперь так и будет кататься? Блин, ты плохо сделал. Да куда ты туда-то? Вот здесь много черепов, наверное, где-то здесь. Вот он. На тебе, бычара. Да что ты перед ним стал? Ой, неудобная локация. Ему-то пофигу, а мне вот нет. По несколько раз берет. Вау. Бей. Есть. О, еще раз взял. Ну куда? Он без этой штуки ушел. Вредурок. Ау. Я могу фигачить, как пушка, оказывается. Сейчас за ней придет. Нет? Фига, я могу кидать. Я не знал, что я могу по много раз кидать. Кидай, кидай. Давай ему. Его по несколько раз можно. Он меня зажал. Ай, застрял в какой-то фигне. Перепрыгнул меня. Дичь какая-то пошла. Вау. А! Ой, блин, он меня зажал. Все, у меня каю. Да вы... Обычно меня перепрыгал. Во. Почти. Блин, тут везде тупики одни. Закидай ему дерьмо. Ай, почти. Дичь какая-то получается. Ой, это оружие можно с собой таскать. А может, им можно дверь ломать? Хотя, не уверен. Так, у нас есть что? У нас есть голова. Типа, можно возвращаться к Посейдону так-то. Но... Чтобы к нему вернуться, надо вот... Вот по этим пунктирным точкам пройти, вот где написано «ты здесь», правее вот эти точки, по ним пройти вот до этого рыцаря железного, потом в Египет, потом вверх к Амазонкам, и только потом мы вернемся к Посейдону. Так вот. Не забудь меня. Может, я оружием Минотавра могу ломать?
Ну, проверим. Я ни разу это не проверял. Нет? Он втыкается. Я сделал выход. Молодец. Две золотые сохранится. Ты чё, оборсел? Ловушки нам зачем-то дали. Надувные коровы. О! Это хорошо. Здесь аж конец карты уже. Даже камера не двигается. Мы под самым низу. Прикольно. Кому тут раздать? Нет дороги с этого острова. Хорошо. Поплавай. Есть. Отдай мне монету. Слышишь? Сюда. You're rich? О-о-о. Я всегда экономил гранаты, но в итоге потом они мне оставались. И... Давай, мальчик. Здоровье-то важнее. Да, потому что здоровье в игре меньше, чем гранат, поэтому. Этот мужик, по-моему, дает какую-то ерунду. Поэтому я к нему подходить даже не буду. Как мне зайти? О, аптечка. Круто. Да. Вот теперь сиди там. Так, а тут. А тут тупик. Что-то есть. Что-то. Не волнуйтесь, я Геркулес. Я вас освобожу. О, зелье для свинопревращения. Пригодится. А у этих трусы в черный сердечко. Ты что встал-то? Еще одно зелье. Нет никакого секретного прохода. Как точно в меня попало? Нет, никакого прохода тут секретного нет. Ну ладно. Может, я это и зря сделал, я даже не знаю. Вдруг сейчас сердечко. Ну, это нормально так монет дают. Так, тут можно двумя путями, по-моему, пройти. Можно заплатить мужику, вот ему две золотые пройти. А можно здесь пройти, по-моему. Там мы попадем сразу к боссу. А тут... А тут в обход. Я думаю, мы сэкономим денег и пройдем здесь. Давай же. Анти превращайся. Человек. Вот. Какой-то боб. Или можно было вернуться обратно. Сохранили бы ключ. Ну да ладно. Зачем нам этот ключ? Так, сейчас босс будет. Босс файт. Кто не придет? Да. Тут, по-моему, много можно набрать гранат. Может, они тут спамятся. Эй!
получи подсраку свою. Трусы. Трусы прицела, надо же. Надо же такое придумать. Класс, ничего. На. 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 А чё мне гранат больше не дает? Стой. Вот ему хорошо, ему сейчас засадили. Урона. Ну, несколько раз уже надо попасть, чтобы он потерял свой шлем. Отлично. Какой он страшный внутри. Кто это вообще, инопланетянин, что ли? Какой страшный рыцарь. Бегает как дурак. Блин, его таращит, конечно. Блин, вот так и будет крутиться пока. Я еще урон не нанес ему вообще нисколько. Посрать ему. Есть. Это все наше. Где-то проход, да. Все, готов. Талос. Был Талос. И не стало. Ну и ключа, блин. У нас же не копится, да? Копится 29. Нормально, так накопили. Так. Бы на пираньи не нарваться. Эти пираньи, блин, опасные. Их тут до хера. Нормально, они мне покромсали. Египет. Понятно, значит, жопа будет инопланетянская. Добро пожаловать в Египет. Их только тронешь, они сразу разваливаются. Но у них пушки мощные. Тут за 2 золотые можно как-то подкачаться уже. Поэтому мы заранее за 1 золото подкачаем. Блин, тарелка меня напрягает. А чё вот он говорил? Я даже не знаю. Лазер... 6 золотых или 8? С ума сошли. Так, нам нужен будет пароль сюда, чтобы забрать штучку. Вот такой. Да тут этих аппаратов, блин. Ужасный инопланетянин. Куда вы тут наплодились? Так, мне нужен перец срочно. Пошли в нафиг. Музыка. О, какой-то проход. Да, ну тут закрыто. Но вот это вот пароль нужно слово. Ну тут, по-моему, 2 прохода. Да, вот еще один.
Бластер. Нафиг он мне нужен. Ладно, тут пока нам делать нечего, уходим. Че? И на ураган или как? На торнадо попасть не нужно. Дамажит все. Русалки. В одной локации русалки и инопланетяне. Это же надо такое придумать. И все это в приключении Геркулеса. По-моему, что-то есть. Я Бобби, дай мне бакс. По-моему, ему стоит бакс дать, потому что он нам потом поможет как-то. Не помню как, но поможет. Блин, тут же лечиться можно бесконечно. Я лечил, потратил. О, уже нету. Было ему бакс дать, как его. Уже и это ветром сдуло. Так, вот здесь можно запутаться, заблудиться. Но только не мы. Ключик, он нам пригодится, явно. А так бы у нас ключа бы не было, если мы сюда не пошли. То есть правильно знаю. Рыцкие пузыри. Так, извини, дружок. Ворону соберем. Так, у нас есть ключ П. А, не, у нас нет ключа П. Губная помада. Кому-то она будет нужна. И оно еще и как оружие. То есть ты можешь... Берешь эту губную помаду, и ты можешь целовать, убивать. Что-то такое... Дичь, конечно. Но веселая. Блин, я не помню, куда идти надо. Ты хочешь мой жуй-ой-ой-ой? Костя, спасибо тебе. То есть мы ему дали аптечку, он за это нам путь открыл. Офигеть, шарлатан один. Нет дороги с этого острова. Но я найду. Эй! Ну зато мы посмотрели, что где находится. Тут где-то мужик есть, у которого аптечка за один золотой. Где это? Вот он где. А, нет, или это не он. Злое табу 4 золотых. 4 аптечки за злое табу, да пошел ты. Но оно очень сильно, конечно. Кинули болотно. Так. У нас есть П. Теперь нам надо назад. А где же этот мужик с аптечками? Злой табу, блин, 4 аптечки. Разве что ли? Так, еда. А, значит, это... Вот он где-то мужик. Я еще убью, пока я до него добираюсь. А, до него еще надо ключ. Отлично. Вот тут-то мы закупимся. Тут-то мы закупимся. На всю игру, наверное, сразу. Не торопи меня. Давай, быстрее. Ты единственный торговец с дешевыми аптечками. Сколько у нас монет? 19. Ну, можно еще и купить.
Главное, места надо знать. Где дешевле? Вот до 10 мы не сделаем. Тут, в принципе, монетки, по-моему, в основном нужны вот только на такой. Поэтому... Ну, иногда и на проход. Но... На проход много не на... Давай до 8 минут. Или... До 6 его. Я думаю, достаточно. Так, теперь у нас есть, значит, П. Вот это П. Это... Блин, сраный русалок, не? Или не стесняйся. А. Куда этот катапульт ведет? Ага. Я ведь видел букву П, но где я видел, я не помню. Где видел? Только недавно видел букву П. Не бей меня. Ты не знаешь пароль. Я не знаю пароля. Так, я пароль не знаю, но я только что недавно видел. Да и отправляйся. Куда-то в непонятные места. Где же буква П была? Где-то здесь, кстати. А, вот. Вот она П. Губная помада. Я оставил пароль в Египте. Ага. Теперь, по-моему, у нас все есть, чтобы вернуться в Египте. Нет, 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 не в ту сторону. Вот сюда, да. Ох, какие же опасности нас везде ждут. Ребята, дайте пройти. Там лечилка бесконечная. Надеюсь, она там. Ее не убрали. Да, она тут. Отлично. А эти 32 аптечки нам еще пригодятся. Теперь в Египет. Нет. Ух, я встрял. О, дырочка. Бобби сказал спасибо за золото. О, это тот чувак, которому мы одну монетку дали, он нам за это ХП дал, плюс больше на 10. И еще лазер. Добро вознаграждается, то есть разработчики хотят сказать. Приятно. Ну, пришельцы, так с ним. Перчик хорошо с ними справляется. Встал дурачок. Они еще бегают от тебя. Блин, поставили эту фигню, не пройти. А, погоди, а где клубная помада? Сейчас зацелую кого-нибудь. Все, я тебя за это зацелую. Урон наносит. Никогда не найдешь мою сокровище. И показывает пальцем, где она находится. Вот этой женщине надо. Я помогу тебе, если ты дашь мне губную помаду, на. А, она открыла проход тут. Вот где логика? Вообще не знаю. Какая-то женщина за губную помаду открыла проход, где можно взять пароль для военных границ, чтобы пройти. Ну и... Все, у нас есть пароль, можно уходить отсюда.
Ду-ду-ду-ду-ду. Спасибо, сказал Бобби. Опа, обратно. Почему я постоянно прыгаю? Потому что он быстрее проходит так через грязевые места. А, я быстрее плыл, пока не загрузились пираньи еще. Петро. Ну и ключ у нас теперь повторно. А где гранаты? Теперь это надо опять все проделать, потому что я не знаю, как вдруг он туда попасть. Орлов тут надавали. Прикольно, что оно появляется, и можно брать. Так, голова Минотавра, это понятно куда. Два пароля? А почему у меня два пароля? Зачем два? Так, я не помню, нам сюда что ли? Потом... Тут, по-моему, уже не будет ключей. Мы можем сходить, но ключей тут уже не будет. Тут будет уже все открыто, не будет... А, ключ есть. И открытый ключ. У нас... То есть на запасы ключ аж есть. Круто. Ладно. Так, теперь нам к этой еде. Я повторяю все, как я делал до этого, чтобы... А это куда? Ой, нет, я куда не полезу. Потом сюда. Тут мы накупали аптечек. Можно еще взять, раз мы тут. Я не уверен, будем мы тут еще или нет. На всякий случай, давай еще купим. Мы будем в других местах, а там будет дорого все это дело. И я уже заранее закуплю подешевле. Продуманность. Проход будет здесь. Вот. А, тут монетка. Так, вот здесь бы главное не упасть. Это то место, куда нам надо. А ты у меня на какой-то пульт упадешь. На, мужик, управляй. У меня есть пароль. Пароль. Слово. Слово. Мы сейчас к Амазонкам, по-моему, придем. Но в этот раз мы пойдем не через верх, а через низ. Да, немножко я играю в этот раз по-другому, не как раньше играл. В разнообразии слегка не помешает. О, а там это сердечко. У меня есть? Да, у меня есть одно. Но как? С какой стороны? Наверное, с этой. Да, с этой. Ура. Если я свиньей пойду в воду, я сразу помру. Всех хп у меня уйдут, поэтому... Проверять я это не буду. Если я это знаю. Так, а куда дальше-то? Да. Так... На пираньи. Главное на пираньи не нападать, не наткнуться.
А, тут ребенка какого-то зарадут. Она быстро и опасно, не отвратите. Пойдем за ребенком сразу. Я знаю, что его украли. А, тут не... Где? Не перепрыгнуть что-то? Может, тут потом откроют или... Ага. Вот вопрос, может, он здесь появится? А, на них эти ловушки хорошо заходят, что ли? Готово. Наверное, вот сюда. Ладно, пойдем. Да. А, да, не ребенка украли. То есть надо этой женщине вернуть ребенка, у нее вот эти кикиморы украли ребенка. Я настоящий... В смысле ты? Я настоящий герой. Блин, зачем я переключил гранату? Фига, гранаты кончились быстро. Ну, я барахлом закидаю. Она ее не задевает. Нет, эту штуку надо поберечь, она сильная. На какого-нибудь более грозного противника. Отлично. Отлично. У нас ребенок есть. Пойдем дальше. Такой неочевидный проход вообще. Можно было заблудиться и подумать, что сюда не надо. Но сюда надо. Сюда можно попасть, если ты знаешь, что сюда можно пробраться. Странный проход. Ну да ладно. Пи-ди-пи-а. Так, тишина. А, амазонки, здравствуйте. Мужчины, стоять. Атланты. Ну, мы тут были. Да. Даже не пробую сделать это. По-моему, я это подниму, и кто-то появится. Ого, ребята, вас тут немного. То есть... Женщины. Огонь из нашей катапульты. Бам. Я попал. О. Много женщин. Так, надо отсюда убираться, тут нет ничего. Кроме больших женщин. А вот тут будет открыто или будет закрыто? Если путь закрыт, то отстой. Но должно быть открыт, по сути. Это ключ еще должен быть. А, нет. Да, но тут открыт. Но на этот раз мы пойдем другим путем. Пойду через низ. Так. Ой, нет, я к ним не хочу. Вот уйдите. В этот раз пойдем другим путем. Круто. Круто. Да, нечаянно у нее сундук купил.
купайся. Ты слишком зла. Афины. Отлично. Где мы? Посередине океана, блин. По островкам прыгать теперь придется. Ловушка хряк. Нет, не нужны они. 8. А, ловушка хряк можно за 8 жаб получить. А что она этих жаб ест посреди моря, мне интересно. Ты скажешь, малец? Ничего не скажет. Плавать опасно. И мы вот уже здесь. Так, пойдем к Посейдону. Так, а как отсюда к Посейдону попасть? Птичка. Ворон у меня тоже достаточно. Штуки 3-4, наверное. Кассандра, она всегда делает странный прогноз. Надо от нее подальше держаться. Пиццы. Она меня пиццами сейчас убьет. А, пицца. Вот она, Кассандра, это бегает. Круто. Лягушек, что ли, вызвала? Так, ладно, уходим из этого дурдома. Тут будет куча ребят, по-моему. Окей, куда? Я, по-моему, не туда иду. Да, вообще не туда пошли. Блин, а где проход тогда? Иди. А, тут вниз, наоборот, надо идти. Точно. Да, не знающий человек тут заблудится вообще легко. Но наш Геркулес не дурак. Где? Циклоп этот дурацкий. Бей, бей! Мочи его! Не жаль, я тревогу. У нас ключи. У нас есть один обычный ключ, но зачем вот сюда нам идти? Вот только птичка и ворона. Не, не пойду. Голову Минотавра надо принести Посейдону. Заказ выполнен. Как надо. Боже, везде эти грязевые ванны. Посейдон налево. Так, это что-то, наверное, их не возьмет. Не успел кинуть. Это можно использовать. Уржи. Работа получше. Ой, блин, не опять через этих. Тут опасное вообще место. Даже потрачу. Да прыгай ты. Прыгай. 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 А, нет. Запрыгни на бочку, пожалуйста. Прыгай. Прыгай, Геркулес. Ну прыгай. Молодец. О, боже. Я выбрался. Ура. Ай. Ты их мочить дико любёшься тут. Каждый по 50 раз. Они потом все равно появляются. Не плавай. Голова. Ага,
Ага, хорошая работа. Сейчас эти парни оставят меня в покое. Вот возьми ключ мой. Удачи тебе. К медузе сейчас пойдем. Теперь-то мы пойдем к медузе. Так. К медузе надо. Мурек какой-то хуй. Так, как-то отсюда выбраться теперь? Не помню, как отсюда выбираться. А, понятно, за деньги. За 2 золотые, ну на. А тебе не спасибо. А я думаю, зачем он там стоял? Чтобы деньги с нас стрясти. А теперь надо чапать опять. Это же похождение Геркулеса. То есть похождение, значит ходить надо. Вот мы и ходим. Он в нас, мы в него. За это вообще 20 кубов. Блин, что-то не заморозило. Бей! Получи! С ним тут заколебешься разбираться по 50 раз. Легче врага обойти. Но есть враги, которых не обойти, например, боссы. Их-то да. Так, теперь нам кофейни. Почти кофейни. По-прежнему ей нужна голова медузы. Она находится здесь. Ключ от двери есть у Посейдона, но мы его взяли. О, аптечка. Ребенок? А зачем я с собой ребенка таскаю? А фиг его знает. Опасное место. Тут еще и молния. Я уж не помню. Медуза очень опасная особа. Смотри, что она типа делает с ними. И тебе достанется. Она отнимает. Будь здоров, по-моему. О! Еще и какие мы эти. О! А, блин. Вы мне не нужны. Мне нужна медуза. Че? Блин, за мной какие мы эти херать. Блин. Да уйди ты! Чё, тварь, а? Да отстань ты от меня, ещё тут пристал ко мне. Отвали! Когда не доходит, да, доходит. Так, лишь не попадаться в её взор, главное.
Она целую семью превратила. И юмор местный, конечно, прикольный. Блин, какие херы эти фигуры не попало. Херам сразу убило. Все из-за дурацких кикиморы. Все из-за дурацких кикиморы. Первая смерть. If only I had such hard workers as you. By the time most you mortals get... А, блин, начальник... Ого! К выходу быстрее, их тут до хрена. Их тут много. Да. Не пожалею этого дурацкого луча. Но эти кикимор уничтожили. У нее полный хп. Круто. Что, вокзал, что ли? Музыка, звук как из вокзала. Надо аккуратно ходить. Этого на раз убивает. Можешь попасть бы в меня. Больно. Тебе еще Посейдоны. Молнии. Опять. Это уже не смешно. Я постоянно в одной и той же ямке падаю. Ладно, не будем туда больше падать. Где-то тут яма. Нет, не так. Вау. Сосредоточимся. Да хватит, может. Да. Зараза, еще тут. Здесь будет ям, в которую я постоянно падаю. А, поджарю тебе до корочки. Что это за мега удар был сейчас? Ее. Блин, эти опять кикиморы тут. Приставучий. Воу. Ну и так много хп осталось. Я не сдох, смотри. Сдох. У нас теперь есть мощное оружие против любого. Это башка ее. Голова медуза. Где она? Бесконечное оружие. Теперь надо отсюда убраться, не упав. Монетку заберем сначала.
Так. Какой выход это был? Оба. Классное местечко. Там звезды видно, галактика. Вау, чуть не упал. Я иногда управляю на стрелочке, а иногда на джойстик. И когда настиг, он не такой точный. Смотри, что он творит. Опа, опа. Все, и нет, ребят. Теперь я ходячая медуза. Бойтесь меня. Теперь нам много кто не страшен. Любого завалим. Головой медузы мы можем таких дел навертеть, но нам ее отдавать не надо. По-моему, даже лягушек можно превращать. Странно то, что если сама медуза всех превращала в камень, они оставались камнем, а если мы превращаем в камень, они взрываются. Пошла нафиг. Тупик, что ли? Да. А нет, вот камень остался. А нет, взорвался. Музыка такая еще. Одно зеленое. О, ключ можно за одно зеленое яйцо получить, но у нас ни одного зеленого яйца нету. Вот жалко, этих пираний нельзя превращать. В. Ой, блин, а куда? Все, каюк мне. Ну куда? Ну прыгни. Что за дичь? О, у нас есть ключи. Он такой радуется, а мы его в камень превратили. О, зеленое яйцо. Нам теперь типа обратно надо возвращаться. Вау, скользко, блин. Прыгнул. Наваждение вот это в воздухе на что-нибудь это. Тупо сделано. Отлично. Это ключ для прохода дальше. Скользко, блин. Вот, а тут аптечки уже две золотые. А чё, я не могу дальше-то пройти, чё-то неправильно. А? Почему я не могу... А куда? Не сюда? А, сюда, наверное. Колючки-то больно было бы, наверное. Нет, аптечки у нас есть, мы тратить не будем. Тем более мы знаем продавца подешевле.
А ты накручиваешь цену. Много мест, где типа ты приходишь, ага, надо было, потом надо будет возвращаться, но мы, у нас получается проходить так, что нам не надо возвращаться. А, бонус можно получить. Я не знаю, опасные они или нет, я на всякий случай их убираю. Как превратить? Польская-то как? Ай, застрял. Так. У меня глаза прям это... от снега ослепляются. Снег такой здесь белоснежный, что отражается на моих зрачках. О, снег заканчивается. Заблокировали там первую. На время. Отступление. Добро пожаловать в Македонию. Это Македония. О, где мы? Далеко. А почему эта музыка здесь? Блин, была такая оригинальная, прикольная для этих мест музыка, и вдруг другая. Это моя последняя рыба. А, нет, вот этот псих, нет, пошел в жопу. Он все забирает. Он голову медузы забрал. Ах ты, тварь. Где голова медузы? А, вот же она. Блин, а с этим опасно с это связываться. Почему он не превратился? Ой, это я его превратил. Походу. У меня птичку забрал. Вот тварь. О, тут можно в хрюшку превратиться, но у меня нет зелья. Дверь открыли. Спасибо. Что ты творишь? Ну, у вас фига. И вот тот с красной рубашкой, это вообще трэш просто. Самый ненавистный этот, после пираний. Дайте... А, я им отдаю аптечку, типа, а они мне снег. Нафиг надо. Снежок. Обменять аптечку на снежок? Нет, спасибо. Там мазал. О, а тут одна золотая сохранить. Опа! Ух ты. Так, а где мы в итоге? Тут выхода нету. Значит, нам куда-то сюда. Так, должна, наверное, лодка приплыть. Ну да. О, блин! Я только про неё подумал. Тварь! Я где голова? Да ты еще тут. Урод забрал опять у меня. И монеты, и... Урод. Я успокоился только когда он разрушился.
Ну и урод. Их тут много. Блин! Отдай! Чё, блин, их тут дофига. Надо быть начеку. Самое обидное, блин, сам все забирает. Армянин какой-то. Я не знаю, как он еще выглядит. По-моему, похож. О, тут, по-моему, еще один хряк был. Только вот его голову я не знаю, куда сделать. Может, там уже? Ну, на хряка, по-моему, это не действует. Да, на него это не действует. Мам? Это мать того хряка, что ли? Бежал. Ну, хороший выбор. Гадко. И ничего мне не дало. Мужика тут задавили. Крутой дротик за один золотой. Нет, спасибо. Дыхание перца. Два золотых. Я не знаю, куда тут идти. Вот в чем дело-то. Дыхание перца. Да сюда, по-моему. Да, сюда. Опа. А на них это не действует, да? А на них почему-то не действует. Да, на них не действует, они плевают. Я в этой яме буду бесконечно сидеть, походу. Что-то уйма просто. С ними вообще нет смысла сражаться. Ловушка хряк одна золотая. Нет, спасибо. Ого. Иди, тут еще грязище, я бежать не могу. Иди. О боже, это что за хрень? Это, по-моему, опасная хрень, но когда играет, у меня жизнь уходит. И лучше его тоже сразу убить. Дайте пройти. Боже, какие опасные места. Как опасно здесь. Как же опасно. О, блин. Нет, пошел в жопу. Нет, жопа пошла. Готов. Я испугался. О, нет, пошел ты. А! Фу, да это подло их два стоит. Хватит, может. Уже боюсь. Теперь, где мы? О, где они, су? Алкашу пришли. Бог. Вина. Алкану. Иди сюда. Мужичок. Не хочет он идти. Так, тут какой-то пароль.
Вот он должен сказать. Он как-то должен подойти. А, вот, давай. Три. Что это за мушкара тут? Это мушкаре нужно. А что тут у нас? Капец. Да я иду. Мы же к Дионису идем, да? О, нет, пошел ты в жопу. Это тоже опасно, чё? Так, тут куда-то все упасть надо. Не, погоди, нам вот за этот забор надо. Как туда попасть? Я не помню. Не помню. А, тут вообще тупик. То есть мы правильно шли? То есть нам сюда, но... А как к ним попасть-то? Не пойму. Ну, к Дионису нам попасть надо. Так, я вот здесь проверю, что у нас. Понятно. Нам не сюда. Тут тоже по... А, без разницы, походу. О, на него подействует. Да, и на него действует. Ого. Даже циклопу можно превратить. Погоди, а как Дионис? Я что-то не помню. Ну-ка, погоди, если тут... Нам, значит, сюда куда-то. А, тут тупик. Это обратно, походу, явно. Что-то запутано. А тут тупик. Понятно. Пик там. Значит, нам сюда. Пойдем к нему. Пойдем. А, нет, это обратно. А, значит, сюда нам получается. Да. Сюда. Пока у нас есть вот эта штука, пойдем с ней сходим. А, ну дамажит это все. О боже, а что тут не дамажит? Ого. Призубится, ну пригодится. А, ключ А нужен. Понятно. Сюда нужен ключ А. То есть рано мы сюда пошли. Понятно. Мы сейчас сюда пойдем еще. Надо вернуться. Вон оно что. Запутаешься, блин, в этих локациях. Тут прокачать здоровье можно за 3 золотых. Так, а чтобы не попасть, надо сюда. Афина уже рядом. Сейчас прогнозы этой попадем, блин. Забыл, как ее зовут. Эх, я чуть-чуть не дошел. Back already? I should have given you a harder task.
вернулся назад. Прошел же... Короче, испытание мы прошли. Вот, и теперь мы можем к Дионису идти. Ну, хватит своих сверчков. И вот теперь уже к Дионису. Но мы уже все потеряли эту голову. Жалко, с ней так было удобно. Один удар и нет циклопа. А теперь вот от всех опять отхватывать, обходить. А мы были такие сильные. Эх. Эй, как у тебя пальцы достали? Бей, бей! Фига ты длинный пальцы. Какой длиннопальцы. Сколько мы уже циклопов завалили. Вот точно Геракл. Да блин, застрял. Я думал, пройду. Бей, бей. А в обойти можно вообще? Можно. Мыши выше. Без кучи циклопов. Это, наверное, Аид всех вытащил. Плохиший. Виноградники все завяли. У Дионисуса. Вон бочки с вином стоят. Встань здесь! Уже вижу. Зеленые яйца, 3 золотых. Пошел, не хочу я их давать. Вино. О, joy! It's the big muscular heroes. I was so это же герой. You forget about me. You world savers are always the life of the party. Сохранишь мир. Rushing about, collecting things, and killing and maiming monsters. So much serious work. Lighten up, let your hair down. Well, before I help you beat old creepy pants out there, you're going to have to fetch me some fresh grapes. Mm-hmm. Cause mm-hmm. I'm fresh out of them. The ones I want grow just beyond that big multi-headed hydra. He's in Lernia. Kill that hydra for me, fetch those grapes, and you'll have a great story to tell. It'll be a real epic. You can pass it down generation to generation. Короче, убей гидру, принеси ему свежий виноград, и ты попадешь в историю виноградную историю, типа его, наверное. Юморист. You really think you can succeed when all of Zeus's other heroes have failed? Ну типа ты реально думаешь, что у тебя все что получится и проиграешь? Вот все что он, наверное, сказал. Переп. Опа, а тебя тут не было. Даже не пробуй сделать это. Что? Таит своих уже накидал. Знаем тайной проход. Как смотаться отсюда? Мы уже один раз тут сматывались. Смотаемся еще раз. Так. А, уже сразу здесь. Удобно. Теперь нам надо очень далеко идти.
Бей, бей! Да, нам теперь надо идти аж вот сюда, в Спарту. Вниз в Спарту. Это будет не маленький поход. Так, уйди там, пчелы за мной гонятся. Войди. Пойдем сюда. Монетка. Ау, все бежают на меня. Мы сильные. Погоди, я знаю, как быстро добраться. Точнее, не быстро добраться, а новым путем добраться. Это вот здесь, по-моему. Мы же не ходили, тут есть какой-то путь, а мы не ходили. Что за путь? Заодно исследуем. У меня есть один ключ, но я не хочу тратить его туда. Поэтому мы не будем. О, ящик. Эта штука мощная. О, отлично. Да еще и полечился на халяву. Так, сюда мы не пойдем. Секунду. Нормально, мы так уже по карте-то пробежались. Где мы только уже и не были. А где мы еще и не побывали. Да иди ты. А есть еще сюда? Или мы отсюда пришли? Так, мы... Погоди. Две секунды отошел, я не помню, где мы что. Где мы что? А, тут просто это ерунда. Значит, сюда. Точно, скорее всего, сюда. Так, вот здесь у нас этого нету, блин, зелья. А, есть. Ну, что оно нам даст? По-моему, там ерунда какая-то. Ничего такого прям нет. Ау, прям по заднице. Главное пираний, чтобы не было. Главное, чтобы не было пираний. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Где мы? Кирк. Остров Кирк. Ай. Бей, бей. Завалил. Я его завалил. Бесплатная магическая потиона, что это? Круто.
Магическое зелье, 1 золотая. То есть царица свиней. А что там? Молния. Еще какая-то ерунда. А, и камни, да? Ну, нет, не надо. Пурапа. Идем отсюда. То есть слишком все хорошо. Да как я даже остановился, все равно меня. Гам кидайте. За километр, псих. Нет, я тебя завалю. Деревья все высохли, ни одной травы уже нет. Не осталось, все высушено. Все померло, а музыка веселая. Как будто мы на гавайском пляже. В лучшие времена. Ой, я вас не немного, ребят. Гранаты пригодятся. Хороший стрелок. А я уже сделал это. Тут были мишени, мы взяли монетки-то. Снова монетки можно взять. Мне даже подкачиваться не надо, хотя у нас монет 16. Пошел. Кто-то так сделал. Да отдайте пройти. С наглой мордой идет на меня. Да ты задолбал. Они вроде не сильные, но их много, и они, блин, к ним подходишь. Вот это вот они начинают. Пошел ты. Так, мы добрались до куда нам надо. До этого, если мы сюда пришли, нам сказали, что у нас нет разрешения, но не в этот раз. А в этот раз нас пропустят, потому что мы... А, тут вообще тупо открыто, походу. Вот, лодка на крипт отправляется отсюда. Нам надо... Нам надо вообще вот в крит, где огонь нарисован. За специальным оружием против гидры, которая пожрала виноград. А замочить гидру нам надо, чтобы получить виноград. А виноград нам нужно отдать... Этому богу, который сейчас был, Дионису, который из бочки вина вылез, чтобы получить ключ очередной. Так. А лодка где? До этого был тут закрыт, а тут сейчас тупо открыт теперь. О, нас ждут. Поехали в Крит. Я тебе помогу. Не переживай. И главное, смотри. Они все худые вот эти вот, а он жирный прям такой, ими управляет, то есть типично. Все. Так, мы приехали? Почти. Ого, нас встречают как невоспитанно. А тут и эти, уже солянка пошла. Из разных. Я не подкуплен. Мы заодно золотую его купили. Нанкудене. Ау.
Это куда я иду? Вау. О, это хорошо, что я не подлечился. Еще больше на 10 хп стал. Красота. Я даже не помню, где чего, я просто как-то на ощупь. О, встал. Ты не вернешься назад. Ну, через эту катапульту я и вернусь. А, нам золото нужно, блин. Я вспомнил, что я как здесь не окажусь, у меня всегда мало золота. В этом месте. Холодильник. Что? Холодильник. А тут больше ничего нет. Тут был холодильник, перчик, всякая ерунда. Встал, блин. Убери свою душу. Заблудиться можно. Монетка. Скажи мне пароль. Погоди, я не знаю, надо тебе это или нет. Ну тут пароль где-то в этой локации должен быть даже. Может, мы его взяли, я не знаю. Дальше идти некуда. Ты не знаешь пароль? Тут должен быть пароль где-то, должен быть. Он должен быть где-то тут. Может, своя проблема. Или я, наверное, пропустил, скорее всего. Так, пароль здесь нет. Блокпост будет? Нет. А где же пароль-то? Тут самое ненужное оружие в игре. Может, здесь я пропустил? Где оружие? Пароль пропустил. А тут, наверное, нельзя тут пирамиду, да? Да. Это я пропустил. Только не говоришь, что мне надо было, когда я с Минотавром дрался, надо было мне налево идти. Я специально не пошел, думал, потом скажу. Да ладно, давай я подкуплю тебя. Неподкупный ты наш. Так, здесь не пробраться. По-моему, дом поднимаешь, там пароль был. Как-то. Что-то я пропустил, скорее всего, не заметил, честно. Не может быть все так. Застрял тут. Я тебя так добью. Фу, прикол. Я пробраться не могу. Да, это весело. Серьезно, не могу ничего тут сделать. Это неожиданный поворот для меня. Это очень неожиданно. Это, блин, охренеть мне сейчас, сколько надо будет сейчас проделать, чтобы пробраться в Крит с другой стороны. Серьезно? То есть, серьезно, мне надо было с другой стороны? Батюшки. Походу. Похоже на то. Ну ладно, чё, я игру-то не помню. Чё теперь подел? О, музыка старая добрая.
Да уж, оказались мы в жопе мира. Да, это неужто мне надо было? Мне казалось, не обязательно. А оказывается. Да. Весело. Ну, заодно сейчас будет зайдем к этому. Интересно, ему надо отдать голову Хрэка? ХП восстановился. Ну, игра... Вот сейчас уже я играю по-новому, я так уже не играл ни разу. Прохождение немного совсем другое у меня. Ну, это же приключение Геркулеса, ну, то есть он приключается с ним что-то, вот. Приключилась вот такая ерунда, например. Да ты чё не сдохнешь, ты? Бей, бей! Как жирный, а? Фу, пробил его броню. Да, броня... Ой, это пароль был где-то там. Нет, мне налево. Самое обидное то, что... Ой, ну ладно, что теперь? Что ж теперь? Надо только пробежать здесь, чтобы нас не задамажило. Камни тут понаставили. А, жопа горит. Дорога меня, птичка. Дурацкая птица. Где там дырка? Быстрей. Так, надо этого паренька найти. Тут что, лабиринт какой-то? Так. Так, сюда. А, туда надо. Так просто, надо еще обойти это дело. Грязь тут это. Наверное, Хрек тут наследил. Это может и не грязь вовсе. А где этот парень, который ест Хреков? Голову Хрека, точнее. Может, он не за второго Хрека что-то даст? Если он не пропал вообще. Нет, он за второго тоже дал. Круто, молодец, красавчик. Оружия против гидры у нас пока нет. Самое удовольствие вот это мотаться туда-сюда. Когда знаешь, что мог сделать, а ты просто так бегаешь. Да уж. Да залезь. Это надо к этому Посейдону опять. То есть надо на то место, где был Минотавр опять идти. Но уже на левую сторону. Ведь хотел, но... Что-то вот не стал. Куда ты прыгнул-то, дурачок?
ты юморист. Что? Что? Ты прыгать разучился. О боже, его еще заело там. Писец. Мягкий, пушистый. Сократил называется, блин. Вот придурок. Давай. Тут еще эти придурки в трусах. Так. Я медузу разорвал. Тут приходится вот этим заниматься. Пошел. Лоб. Сюда. Везде грязь эта. Куда не сунься. Это страна грязи. Аид любит грязь, походу. Этот бог подземный. Блин, нечаянно переключил оружие. На, рогатый. Не говори ничего. Ой, это вот сейчас нелюбимое мое место, где могут убить. Нафиг. Он не прыгает на бочек. О, прыгнул. О, на вторую тоже прыгнул. И на третью. На четвертую. Красавчик. Смотри, он прыгать научился. Он на них не прыгал. Тут вдруг прыгать начал. Монетки собираем. Вместо удара я нажимаю поменять оружие. А он что-то еще скажет? I was only kidding about stopping by anytime. Что? А рыба-то будет? О, да. Теперь мы добираемся опять до того места. Я как не прохожу эту игру, мне постоянно получается так, что мне приходится по одному кругу два раза делать. То есть по одному и тому же маршруту два круга делать. И я его убил, уже нет вашего мината. Блин. Минотавра уже нет. Ау. Тут аптечка просто убьет. Ну, пойдем сюда. Надо было сразу сюда сходить, а чё-то не пошел. Эх, так нечестно перекидывают. Гранаты пригодятся. Скажи мне пароль опять. Не знаешь, а где у меня эти пароли-то? Везде нужны пароли. Я сейчас не помню, где пароль брать. Я помню, где-то он здесь должен быть. С местными паролями вообще проблем не должно быть. А у меня проблемы. У меня нет пароля, я что-то не пойму вообще. К этому моменту они обычно были. Так, погоди. Чего-то не помню.
Вот этот придурок стоит, который меня не пустил. Тут тоже ничего нету. Блин, где эти пароль-то я не взял? Так, это обратно. Что-то я запутал. Или это не обратно был путь? Где-то... Это обратно. Обратно. Неужто там, за Египтом, я что-то не взял? Ты не знаешь пару. Так, ну там я все посмотрел, тут тоже. Наверное, где-то, где Египт, я что-то не взял. Вот дела-то. Где этот сраный пароль-то? Дай пройти. Да, придется второй круган делать. Всегда заставлять мне этот круг делать второй. Но тут ничего нет. Ладно, пойдем что-то делать. Может, это... Тут ничего и нету. Ну да, сделал второй круг, найдем пароль. То есть посмотрим сейчас. Не, ничего тут нету. Ладно, пойдем. Значит, я где-то пароль не понял. Да, ладно, пойдем. Тут какой-то... Воу-воу. А чё там? Мост-то куда? А чё за мост? А, мост, наверное, к этой... к огню. А может нет, а может да. А может нет, а может да. Блин, большущий круган придется делать. А тут ничего нет. Парольчика нет. Тут никакого пароля нет. Обидно. Где я пропустил? Очень обидно. Нафига ты мне? Не забудь меня. Ну и какую-то ерунду. Я потратил ключ на какую-то ерунду. А чё там? Там монет. Ну зато понасобираем всякой ерунды, которая нам... Ну вот, жизнь там. Пригодится. Заодно монеток побольше соберем, чтобы купить огненные стрелы. Они не только с гидрой, но и вообще помогут. То есть оружие хорошее. Нам бы все равно, я бы, наверное, потом пришлось возвращаться за ними, за этим... За этим оружием, потому что оно хорошее, я бы купил мало денег. Не было счастья. Доведи ты. Сейчас будет побольше. Что-то было, по-моему. А, нет, уже нет. Хотя. А-а-а.
Тут зелье, по-моему, тут больше ничего нет. А, ну есть, вот аптечка вообще-то есть. А тут... Ерунда. Не знаю, зачем это оружие сделали, оно вообще бесполезно. За 2 золотых? Нет, спасибо. У меня есть зелье, чтобы пройти. Так, тут тоже что-то есть, по-моему. Да, камушки. Это оружие неплохое, иногда помогает. Опа. Ну, тут, по-моему, монетка есть. Короткое, но мощное оружие. О, птичка. У нас уже прогулка по знакомым местам. Ральф. Мы всех победили. Пароль-то тут есть. Во-во-во-во-во. Опасно сюда соваться. Где мне гранат? А. Я. Опутали просто меня. Можно бы пожелать. А ну что-то дают, если ты летающую тарелку уничтожаешь. Вон она краснеет, и убить можно. Убить. Разрушить. Как тут-то мне как пройти? О, сохранится. 3 золотые. Да ты. Гонишь. Лазер 8 золотых. Ну, у вас и цены. Ограждение вообще за что? Вот здесь пароль мы найдем. Нет? Блин, а где пароль? Я не помню вообще. Погоди, тут еще дырка есть, может. Но тут не будет пароля, тут вообще ничего нет. Да, с паролем-то жопа. Получилось. Знаешь, что мужик вон там только пароль требует. Здесь мы вот здесь взяли пароль. А, погоди, пароль, может ребенка надо отдать вот этого? Скорее всего. У меня же ребенок еще один остался. Я его не отдал. И может быть, вот там-то я пароли не взял.
побыстрее, пока не прогрузились пираньи. Теперь надо проделать это снова. Путь найти обратно. Вау, ну прыгай, ну. Ай. Куда это ведет? Быстро? Да, в Спарта-экспресс? Да ладно, в Спарта-экспресс, в Спарту? Не, нам сюда не надо. Это я сюда случайно попал. Спарта-экспресс не надо. Блин, а как мне обратно попасть? Вот везде пираньи. А вот. Прыгай. Да прыгай ты. Боже ты мой, как это тупо. Как я игру за это ненавижу, вот за эти моменты. Фуд. О боже, в углу застрял, ну как это тупо. Да отстань ты от меня, пузырик. О боже, механа. Где там эти аптечки? Где же этот сраный пароль-то я пропустил? Уйди. Вот здесь вот первый раз мы здесь пароль сказали. Очень тяжело написано. Давай. Скорее всего пароль мы еще не взяли. Вот где ребенок этот был. Вот эти кикиморы зеленые начнут появляться. О, блин. Блин, нравится она прям, когда идет и идет. Где-то вот здесь. Пароль и ребенка. Ребенка тут. Куча ребенка сейчас не собирает. Пока мне эти ребенки ничего не дают. Один ребенок нужен был, чтобы мост опустить. Второй вот. Второй для чего? Вот я не понял. Для чего-то, видимо, нужен. Это дед туда отправили. Отпусти. Анимация, отпусти меня. Вот что-то здесь я, видимо, не доделал, что ли. Тут больше ничего нет, вот в чем дело-то.
что ему тут не доделать? Мистика. Такое ощущение, что у меня что-то не сработало, потому что вроде все сделал, и дети у меня эти есть. Я не помню, куда этого ребенка надо. Пойдем по другому пути сейчас. Попробуем сходить по другому пути, по которому мы не ходили. Мы ходили через низ, теперь пойдем через верх. Может, это что-то даст? Не знаю, что это даст. Но я надеюсь, хоть что это что-нибудь даст. О, женщина тут. Пароль, блин, а? Надо же так это... Нарваться на такую штуку. Казалось, вроде так-то основную тропу до конца игры я знаю, но где пароль брать, я не помню. Что-то мне не кажется, что я здесь пароль найду. Ну да ладно. Так, мы тут уже открыли мост. Золотые. Эх, сюда не добраться. А без огненных стрел мы не, с гидрой не разберемся. Будет билет в один конец. Где мой дом-то? Бабуле дай пройти. Кто-то золотые... Это с жабы покупать? Ну это все, путь обратно. Странно. Да. Где же мне этот пароль взять? Я вот реально, я пытаюсь все ковыряться в своих мозгах, вспомнить дело. Никак не вспоминаю. Здесь что-нибудь сейчас узнать, как его отнести. Только кто? Ты не имеешь золота? Сколько там у нас золота? И так 29. Я выпущу ты. Куда ты меня выпустишь? Да я не понял, погоди, а куда ты меня выпустишь? Сюда? Да. Д, а у нас ключи. А у нас H. Д у нас нет. Где же этот пароль-то пропустил? Для Спарты. Может, мне Дионису давал, я проворонил? Погоди, мы куда-то пробрались, смотри. Какие-то запретные архивы. Три ребенка, блин, с собой таскал. Вкусный живой за две золотых можешь оставить себе. Легче выкинуть, чем. Сейчас второй подойдет.
А, нет, это не считается. Это типа мини-локация такая, нам это ничего не дает. Это ничего не дает. Только свиньи могут к нему пробраться, где он с... Да, и что делать? Придется, наверное, здесь пока закончить, пока не вспомню, где это. Или в своих же я прохождениях посмотрю, где я пароль брал. Нет, написано, ты недостаточно имеешь штучек. Так, Дионисус, неужто нам что-то он не додал? Не, ну после разговора с ним у нас открылся проход в Крит. Туда обычно, по-моему, пароль был в самом Крите. Ерунда какая-то. Не знаю. Нифига. Ладно, здесь пока тогда закончим. Здесь вот. Это был Виджил. Продолжим в следующий раз. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. И всем пока.